Приветствую! На связи Остап Бондаренко, и в данном уроке мы с вами продолжим выстраивать наши источники дохода множественные. В этом уроке я вас приглашаю стать участником закрытого клуба Евгения Ванина, в котором нахожусь я и многие партнеры, Владимир Рязанов и так далее. Уже крупные довольно-таки партнеры, есть и новички. При подписке вы видели подтверждение подписки, там я рассказывал о клубе, как тут можно обучаться, какую пользу можно получить со стороны обучения, потом о заработке. То в данном курсе я вам расскажу, покажу сперва с момента заработка, чем выгодно в клубе находиться и как можно зарабатывать. А уже потом покажу, как можно обучаться. Потому что в первую очередь для новичков, и не только для новичков, всегда интересно параллельно с обучением зарабатывать. Для этого мы сюда и приходим, и для этого этот курс и записал. Так вот, посмотрим, как здесь зарабатывать. Вложения здесь нужны, да, согласен, здесь 65 рублей. Во-первых, это не такие большие деньги, во-вторых, давайте покажу, сколько вы сможете зарабатывать, постепенно увеличивая доходы, и потом уже покажу возможности. Итак, называется Академия Freedom Technology. Давайте сейчас я покажу, как здесь можно заработать, сколько здесь можно заработать, а потом уже будем рассматривать, что же здесь есть внутри. Идея в том, что приглашая сюда в клуб, вы находитесь в сообществе людей, которые занимаются инфобизнесом, заработком в интернет и так далее. То есть здесь как новички, так уже опытные инфопредприниматели с миллионными оборотами в месяц. Соответственно, для поддержки здесь есть чат, в котором можно общаться, задавать вопросы. Отвечают на них я, Евгений Ванин, Владимир Рязанов и другие участники, например, постоянно добавляются. Вот сейчас давайте посмотрим, Виталий Чадов. Виталий Вишняков добавился тоже, здесь еще и так далее, так далее, так далее, так далее, добавляются люди. Буквально клуб недавно запустился, и я сразу начал записывать видеоуроки, активно продвигать его всего лишь несколько дней. Сейчас развиваю и продвигаю. Теперь по тому, что здесь можно заработать. Давайте сейчас перейдем в мои партнерки и посмотрим, сколько я за несколько дней, приглашая только людей в клуб, заработал. Таким образом, приглашаю, я сделал страничку, где Евгений Ванин выступает и рассказывает о клубе. Эту страничку видео и под этим видео кнопочку. Соответственно, тем, кому интересен, кликают на кнопочку, переходят в клуб. Прикрепил эти ссылочки в письмах, по скриптумам, по соцсетям раскидал. Ну, то есть, такие первичные действия сделал, чтобы как бы первый поток людей пошел, кому это интересно. Не сильно рекламируя и настраивая, можно сказать, практически в лоб. Давайте посмотрим, что получилось. Мне доход идет по 32 рубля 50 копеек сначала, то есть каждый для вступления в клуб платит 65 рублей. Это недельная оплата на первую неделю, чтобы обучаться, выстроить вороночки, построить продаж, ну и там много интересного. Об этом я рассказывал при подписке вам и сейчас еще раз расскажу. Давайте посмотрим, что удалось заработать. Итак, заработано на партнерке 989 рублей. То есть это оплаты, моя оплата здесь пошла, и пошли оплаты по 32 рубля 50 копеек. Но здесь мне еще упала одна оплата 65 копеек. Это когда я еще не порекомендовал кому-то клуб, но сам не оплатил участие в нем, и соответственно мне упало не 65 рублей, там, да, 1%. Потом я оплатил и пошли дальше мне оплаты. Ну, вы понимаете сами, что за несколько дней 989 рублей вроде немного, но с другой стороны буквально 3 дня. С другой стороны это как бы и не очень мало. Тем более со следующей недели начиная люди начнут оплачивать уже не по 65 рублей, а по 280, и мне будет падать 140 рублей. То есть 4,5 раза увеличится доход. И мы можем посчитать, что примерно 1000 рублей в 4,5 раза это 4,5 тысячи рублей. Соответственно, я каждый день еще веду рекламную кампанию. Сейчас дописываю вот этот курс, вот эту воронку, что вы сейчас смотрите. И когда я ее запущу, поток, я думаю, утроится. А может удесятерится. Но в общем, будет намного больше людей сюда приходить. И каждый день, кто регистрируется, на следующей неделе этот человек будет продлевать оплату, кто остается в клубе. А мы будем делать максимально все, чтобы человек остался, приносить ему пользу, помогать. Евгений Ванин, команда клуба, также я буду стараться это делать, активно развивать. Вы сможете постучаться ко мне и задать вопросы свои. Так вот, будет уже по 140 рублей. И представьте, что это будет не еженедельный доход, а вот, например, сегодня человек заплатил 32 рубля, давайте я сейчас покажу. Вот, предположим, пришел, 32 рубля заплатил. Заплатит он еще, вот еще один человек пришел, вот еще один человек пришел, да, это видите, уже вчера получается, там еще один человек пришел, позавчера. Вот еще один человек, ну позавчера у меня много людей пошло, я запустил рекламу, там пришло человек 8 или 10 за день. Соответственно, через неделю эти 8 или 10 человек принесут по 140 рублей, то есть 1400 рублей мне упадет ровно через неделю за один день. В тот день, когда я приглашаю 2-3 человека, у меня упадет либо 280, там, либо
420, да, там и так далее. Ну, вы понимаете смысл, что правильно рекламируя данную вороночку, которую я вам предлагаю сейчас получить, да, вот которую вы сейчас смотрите в записи, которую уже проходите, поможет вам, помимо того, что вы в первых уроках настраивали себе совершенно пассивный источник дохода с помощью вот этих расширений, а вы совершенно пассивно занимаетесь в интернете, вот видите, вот у меня капает уже здесь, за 2 недели 296 рублей уже накапало. Я 2 недели назад давал рекламу, списывал деньги. У вас сначала поменьше будет, но потом потихоньку начнет увеличиваться. И другие расширения здесь есть, и я пока их отключил, чтобы не мешали записи экрана. Итак, вы это уже установили, это уже пассивно. Вы отсюда сможете уже давать рекламу, и, соответственно, также эту воронку по этим расширениям прорекламировать или вывести деньги, заплатить на базар имейла рекламу или в других источниках, либо положить на телефон, либо как я делаю, когда у меня накапливаются здесь деньги, оплачиваю интернет и свет, ну и так далее. В общем, это уже у нас работает. Сейчас мы настраиваем пассивный источник дохода, который может быть здесь, рекламируя всего лишь одну подписную страницу, либо другие какие-то вороночки, которые у вас уже есть или будут, и в письмах вы пропишите по скриптам, приглашаем вас в клуб, посмотрите, как будут переходить на презентацию и смотреть, кому понравится присоединяться. А кто вот на эту воронку подпишется, тот будет с 99,09 подписываться, потому что понимает, что все это работает. Так вот, вам через неделю начнут приходить по 140 рублей. Сразу будет по 32 рубля падать после оплаты, но через неделю по 140 рублей. Представьте, вы пригласили 1-2 человека, а вы их пригласите. Это уже 280 рублей. Вы окупили участие в клубе. Первая неделя 65 рублей стоит. Вы попробовали, потестировали. Если продолжаете, остаетесь, но потом вы должны платить по 280 рублей в неделю. Ну и вам опять-таки двух человек, которых пригласите, с них падает по 140 рублей вам уже. И третий, четвертый и так далее человек уже в плюс в заработок ваш идет. Вы понимаете, да, что можно пригласить 1-2 человека, а можно пригласить 10-20-30 человек. И мы вам в этом поможем, как я, так и команда клуба. Для этого я эту вороночку и делаю. Постоянно ее рекламируя, развешивая даже бесплатными методами, способами по соцсетям, написав статью и так далее и тому подобное, уже можно получать трафик. Если вы будете оплачивать трафик, то есть оплачивать рекламу, то все равно вам эти деньги потихоньку вернутся. Во-первых, на баланс расширений, а во-вторых, они вернутся с помощью продаж доступа в клуб. И, соответственно, вы будете зарабатывать. То есть, я думаю, вы это понимаете. Постепенно вы сможете набрать и 10, и 20, и 30, и 100 человек. И 100 человек это будет 14 тысяч в неделю. Минус 280 рублей, и сами можете посчитать, сколько каждую неделю вы можете зарабатывать. И это вполне реально. Теперь давайте, почему это вполне реально. Потому что в клуб у нас постоянно добавляются новые материалы. Во-первых, проходят закрытые вебинары. Вот уже проводил Владимир Рязанов. Он по совместительству является также специалистом службы поддержки сервиса Базар e-mail. Также является одним из преподавателей моей средней интернет-школы номер 01. Но об этом мы в следующем уроке поговорим. И также сейчас он полностью ушел в интернет и полностью занимается вопросами вашей поддержки. Всегда можете в скайп-чате также задать вопрос, если конкретно ему, он тоже увидит и ответит. Также другие участники поддержат. Это скайп-чат для участников клуба. Клуб только начал развиваться именно в этом формате, в котором вы сейчас его увидите. Дальше. Здесь Владимир объясняет полностью про сервис закупки рекламы у других авторов рассылок на сервисе Базар e-mail, так как является специалистом технической поддержки. Соответственно, вы всегда сможете к нему обратиться, он вам поможет. И здесь он прямо разжевал все-все пункты в этом вебинаре. Дальше. Как сделать полезный для аудитории обзор, видеообзор продуктов. Виктория Карпова тоже разжевала, дала прям по шагам, как что сделать и все необходимые материалы. Дальше. Пошаговая настройка рекламы в Facebook и Instagram. Проходил вебинар, который вы могли посмотреть, когда вы находитесь в клубе, и настроить себе прям по шагам не просто вебинар, рассказ, как говорится, в общем, а конкретные шаги, что нужно сделать. И мастер-класс «Установка комплекта программы перепродажи и запуск рекламы» от Евгения Ванина, то есть, соответственно, воронка «Как окупить трафик для клуба». Соответственно, вы можете его посмотреть и также настроить себе вороночку, чтобы люди приходили в клуб. Это еще одна воронка, помимо той, что я вам сейчас предлагаю, которую вы сейчас смотрите, да, готовый комплект. Это еще один комплект. Здесь Евгений сам все настраивал, показывал, запускал первую рекламу. Вы можете повторить по шагам. То есть эти материалы уже есть и будут добавляться еще вебинары. Причем здесь некоторые вебинары являются закрытыми. То есть их могли посмотреть по приглашению только участники клуба. Некоторые открытые, например, какой-то вебинар «Базар e-mail», а некоторые закрытые вебинары. И они в дальнейшем будут добавляться. Также скоро стартует еще два вебинара. Евгений тут давал объявление, что... Здесь будет Алексей Берлизов с темой, как сделать ваш бизнес эффективнее, как выстроить систему продаж и так далее. И Рашид Сайфудимов, находить клиентов, продавать на крупные чеки.
тоже вот сейчас вебинары. Это будут закрытые вебинары только для участников клуба. Поэтому, став участником, вы сможете посмотреть эту информацию, которая у этих авторов у данных открыта. Платные дорогие коучинги, комплекты, да, которые нужно оплачивать. Здесь вы сможете это делать бесплатно. То есть такая полезность. И эти вебинары постоянно будут добавляться. Это первый плюс. Второй плюс. Здесь есть готовые воронки продаж. Например, воронка Сэм Бустер плюс приглашение в клуб. Еще один раз вы делаете воронку, и оттуда идет приглашение в клуб. Все это связано. А также как у этой вороночки, которую вы сейчас смотрите, которую сделал я. Здесь тоже идет приглашение подписаться, узнать 7 шагов, чтобы начать получать с самого первого дня доход, который вы уже начали получать. И также идет приглашение в клуб. Так вот, вы можете открыть и по шагам прямо здесь все настроить. То есть вот, данные воронки предоставлены партнером Кириллом Мурзаковым. Для получения перейдите сюда, вы переходите соответственно и смотрите опять на Solus Page. Здесь идут уроки, все необходимые ссылочки, и он по шагам рассказывает, что нужно сделать. И тоже настраивать помогает вам так, чтобы вам не нужен был домен и хостинг, как я понимаю, раз на Solus Page. Это очень плюс большой, так же как и в моей воронке, домен и хостинг не нужен. То есть вы забираете ее себе совершенно бесплатно, хотя так она стоит денежку и она продается у него за деньги. Про Сэм Бустер. Это рекламная сеть, тоже одной линейки продуктов Евгения Вальна. Дальше. Записи конференции Freedom Technology. Проводилась конференция 2018 года и были темы мышления миллионера, выбор ниши, как выбирать нишу, поток клиентов из ВК и так далее. Например, если мы откроем, мы увидим, что здесь проходил вебинар, на него приглашал Евгений Валин спикера, вот Анастасия Голд, это известнейший спикер по продвижению ВКонтакте, у которой очень большой опыт, у которой уже, можно сказать, тысячи учеников, да, очень много проектов известных, которые обращаются люди для того, чтобы навела порядок ВКонтакте, да, у них именно крупные компании, бизнесмены и так далее. Помогала продвинуть правильно, раскрутить свой бренд, зарабатывать с помощью групп ВКонтакте и так далее. Так вот, совершенно бесплатно для участников клуба этот автор рассказывает свой опыт и подсказывает, что и как сделать. Например, посмотрев вебинар, я немножко переделал свою страничку, которую мне ВКонтакте, убрал все ненужное и оптимизировал максимально. Это действительно повысило мои продажи, стало приходить больше людей. Я немножко удивился. Так что вот такие вот полезные моменты здесь есть. И по другим темам. Уникальное торговое предложение, как трафик привлечь, как автовебинары делать, заниматься этим, да, создание источников дохода и так далее. То есть вот такие вот вступления конференции. Сама запись конференции платная, но для вас бесплатно. Далее. Доступ к клубу. Это, наверное, первое, что вам стоит сделать, когда вы придете в клуб. То есть доступ к клубу нажимаете, нажимаете открыть. И смотрите два видео. Делаете первое видео такое, потом делаете, создаете видеопродажник. Сервис Soulspace регистрируйтесь и вставляете код видео. Кто возьмет мой готовый комплект, я всем рекомендую взять его. Там я тоже учу на сервисе Soulspace делать таким же образом все. И соответственно, если вы будете настраивать мой готовый комплект, то соответственно вот это вы тоже очень быстро сделаете. Получив доступ в клуб за 65 рублей, вы получите и мой готовый комплект, и еще кучу других комплектов. И вот это вот первое действие сможете сделать и настроить. То есть давайте я покажу, что это такое. Вот у меня настроена страничка доступ. Вот так она будет выглядеть, как получить доступ в закрытый клуб и стать миллионером за один год. И здесь получить доступ в клуб. Вот такую страничку вы настроите. Ну вот этот заголовок можете писать по своему усмотрению, как считаете нужным. Я написал таким образом. Евгений там все говорит, советует. Видео поставили его, он тоже код дает. И получить доступ. Люди будут приходить сюда смотреть. Кого убедит доводы Евгения, кто заинтересуется, будут получать доступ в клуб. Здесь стоит ваша партнерская ссылка. Все, элементарно. Вот это первое действие, которое вы должны сделать. Доступ в клуб и пройти, посмотреть два видео, настроить себе совершенно бесплатно, без домена, без хостинга на Soulspace страничку. Итак, дальше. Воронка. Как быстро купить трафик, я о ней говорил уже. Клуб-блогер – это еще один источник трафика на сервисе Евгения Ванина. Там вы создаете статьи, оптимизируете, там можете привлекать трафик и рекламу давать. Очень полезный материал, это бесплатно тоже, хотя это обучающий курс платный. Комплект партнера. Как сделать свою подписную, приглашать людей, чтобы они вот здесь проходили обучение, соответственно, набирать трафик, приглашать клуб. Это платный комплект, здесь бесплатно. Комплект Hunter Lead, рекламная сеть Hunter Lead, как давать рекламу и, соответственно, как приглашать людей, чтобы они учились давать рекламу, набирать подписчиков и так далее. Тоже платный комплект, вам бесплатно. Теперь дальше. Школа интернет-маркетинга 2.0. Что это такое? Это пошаговое обучение с нуля. Вы новичок, предположим, сейчас. Вообще не разбираетесь, что нужно делать. Пожалуйста, открываете ведение, смотрите вебинар вводный, вам рассказывают, что такое инфобизнес, как его выстраивать, как по порядку что проходить. И пошли по занятиям. Занятие первое, второе. И вот открываем занятие первое. И пошло по шагам. Здесь несколько видеоуроков.
Сперва вебинар общий, потом идет цель занятия, хостинг домен, регистрация хостинга, домена, покупка и так далее, архиваторы, Falziva, Notepad для редактирования файлов и так далее, потом вопросы, ответы, все ссылочки необходимые, смотрите, учитесь, проходите дальше. Какая-то ошибка, можете постучаться в чат, спросить здесь, вам подскажут, помогут. Соответственно, прошли, посмотрели. Теперь, чем хороша эта школа, что вы можете сразу перейти хоть на пятое занятие, если вам нужно. То есть, когда вы учились в школе интернет-маркетинга по шагам с оплатой, вы должны были пройти первый урок, его проверяют, допускают дальше. Второй урок допускают дальше. Так как у нас в клубе в закрытом сейчас люди приходят разной специализации, разного уровня, многие знают первоначальные этапы, они не хотят это все выстраивать, сдавать задания, им полезно что-то взять из этого клуба. Вы, предположим, уже не новичок. И вы хотите, пооткрыли уроки и хотите какой-то момент уточнить, который у вас еще пробел есть. То есть, если новичок проходит по порядочку, выстраивает систему постоянную стабильную заработку, то не новичок может посмотреть по порядочку уроки, и то, что у него не закрыто еще, то, что не хватает ему информации, то, что требовало на чем-то доучиться, оплатить какой-то курс, пройти платный тренинг, здесь эта информация есть, и он сможет по этим урокам бесплатно совершенно закрыть этот вопрос. И проверить себя, правильно ли вся у него цепочка выстроена. Может быть, поэтому и нет постоянного стабильного дохода, потому что не все правильно выстроено. Но я вам скажу честно, даже когда вы настроите воронку, которую я вам сейчас предлагаю, то есть вот этого комплекта, который вы смотрите, и будете ее просто рекламировать одну подписную страницу, у вас все уже будет получаться. Воронка сделана таким образом, что правильно ее настроив, правильно настроив готовый комплект, вам нужно будет рекламировать только одну страничку, и у вас будет уже как минимум 5 источников дохода дополнительных. Давайте пройдем дальше. Здесь еще комплекты есть и так далее. О чем я хотел сказать в этом видео? Во-первых, вы можете начать зарабатывать с первых же дней. То есть вы уже начали на расширениях зарабатывать. Теперь, как только начнете приглашать сюда людей, начнете зарабатывать. Если же вы настроите вот эту воронку, которую вы сейчас сами проходите, этот бесплатный курс, для себя взяв готовый комплект, соответственно, вы сможете уже приглашать на бесплатную страничку подписки, на которую вы подписали. И это будет намного проще, намного лучше, потому что человек, когда он придет и когда он подпишется вот на такую страничку, 7 простых шагов, чтобы начать зарабатывать постоянно и стабильно, даже новичку, любой захочет посмотреть и получит всю ту информацию, которую я даю, соответственно, начнет уже зарабатывать и, соответственно, с большей вероятностью придет в клуб. Конверсия вхождения в клуб будет больше, а когда начнет заниматься обратную связь, вебинары буду также и я проводить, помимо Евгения Ванина и остальные ребята. Еженедельно Евгений Ванин проводит по несколько вебинаров поддержки, объясняет, поддерживает на вопросы. Здесь все эти вороночки. То человек останется. Как правильно работать? Вы зашли в клуб, доступ в клуб, сделали воронку подписки. Если вы зашли в клуб, значит здесь уже появится сбоку. И моя вороночка, вы тоже ее сможете увидеть. Я сейчас ее еще записываю, поэтому ее нет сбоку. Но так она будет. Вы сможете ее настраивать сразу для себя уже. Начинаете его рекламировать, пошел первый трафик, пошли первые люди. Как рекламировать, мы тоже расскажем и покажем. Пошли первые люди, 1, 2, 3 человека, все. После этого вы продолжаете обучаться в клубе, настраиваете воронку для SEM-бустера, предположим. Также точно запускаете, потом воронку FlamBlogger, регистрируетесь, комплект партнера, потом комплект партнера HunterLead. Я вам скажу честно, как делается основа заработка в интернете. Когда вы не сильно раскрутились, либо вы сильно уже в интернете работаете, раскрутились, но у вас нет постоянного дохода, что вам нужно? Нужно, чтобы вас было много. Что значит вас было много? У вас должны быть оформлены все социальные сети, YouTube канал и другие, Instagram и так далее. У вас обязательно должно быть много страничек подписки, чтобы люди подписывались к вам. Не одна страничка готового комплекта, а штук 20-30. Чем больше, тем лучше. На разные темы. Потому что вы сможете совершенно бесплатно, даже без рекламы, начать получать трафик. Каким образом? Человек учит, как сделать страничку подписки, как сделать видео, как там зарегистрироваться в каком-то сервисе. И у вас по каждой этой теме есть своя страница подписки. Соответственно, люди ищут в интернете, и поисковый запрос будет выдавать все равно вашу страничку. Какая-то часть заинтересуется, перейдет совершенно бесплатно, если оно у вас висит в интернете настроенное. И вы получите себе подписчика совершенно бесплатно. Чем больше у вас таких подписных страниц, тем больше подписчиков каждый день будет приходить. А если они подписываются, им еще предлагается в постскриптуме или после подписки прийти в клуб, рассказывает Евгений Ванин, потом если моя вороночка идет там, вы переподписываете, да, человека, он пришел по другой воронке, вы переподписываете еще на мою дополнительную, вот на эту подписную. Человек приходит, конечно, он заинтересуется, конечно, он начинает получать деньги, конечно, сразу он видит, что есть результат, и ему это интересно, и клуб он может всего лишь за 65 рублей, а потом и 280 рублей всего лишь в неделю обучаться. Не захочет, не заплатит, или просто
решил притормозить, да, разбирается с чем-то. Соответственно, может неделю не проплатить все. Единственное, что у него, если он не проплачивает неделю, перестанет падать начисление 50%. То есть так падает по 140 рублей с каждого участника клуба, а так будет падать по рубль 40, по 1%. Ну, как бы разницу видит, поэтому проплачивать надо. Не захотел проплатить, не заплатил, все, деньги у него не ушли, он сэкономил 280 рублей, но потерял намного больше, я думаю, вы понимаете. Поэтому заинтересованы проплатить, поддерживать здесь отношения в клубе, учиться, и мы пришли сюда работать и зарабатывать. Для этого сделан наш клуб, для этого сделан вот этот курс, который вы смотрите. Итак, сейчас делаю до записи этого видеоурока, то есть вчера я записал два урока, на следующий день вынужден сделать видеозапись. Почему? Потому что у нас в клубе с невероятной скоростью все растет, прибавляются и делаются изменения. На сегодняшний день изменился немножко дизайн клуба, поэтому я решил сделать дозапись урока, чтобы по видеоуроку вы зашли и вас не испугало то, что немножко все по-другому выглядит. Сегодня все выглядит таким образом, то есть я еще в клуб не писал, но так как мы работаем в одном направлении, так как мы мысли в одну сторону, то, соответственно, также у создателей клуба, также у тех, кто работает с ним, как у меня, появились мысли, как это лучше сделать. И вот, вы уже видите вверху доступ в закрытый клуб, о чем я говорил, что нужно первым делом делать. Здесь появилось, вы сразу смотрите наверх, нажимаете, доступ и первые шаги. Здесь можете это все почитать, и как раз таки здесь та самая вороночка, которую нужно пройти сначала и сделать, когда вы пришли в клуб, посмотреть видео и настроить воронку приглашения в клуб. Вот, все здесь сделано. И во вторую вкладку выделены шаги, тренинги и курсы авторов. Вот здесь это будет. Теперь мы разворачиваем. И здесь все воронки, все готовые комплекты. И появился очень бомбовый, классный курс. Я его просмотрел. И теперь очень рад, что мне придется записывать на одно видео в этом продукте меньше. Потому что заработок на партнерках, курсы от Виктории Карповой. Здесь она добавила три курса. Три модели заработка на партнерках, очень интересно, особенно третья модель. PDF, как зарабатывать на партнерских программах и собирать себе базу подписчиков. Здесь по шагам прям хорошо рассказано с необходимыми ссылками про трафик. И самое интересное для меня и также для вас, это реалити по настройке готового комплекта для заработка. Именно уже от Виктории Карповой. Здесь она настраивает готовый комплект, который также вы можете скачать. Вот можно перейти по ссылке, посмотреть. И, соответственно, что здесь еще интересно, что здесь она показывает, как она привлекала трафик с помощью YouTube-канала, с помощью ВКонтакте, как она это все делает и другими способами. Баннерная реклама, как она заказывает баннерную рекламу. То есть, очень хороший комплект. Базар e-mail, как она дает рекламу. Вот ВКонтакте создает, как подбирает, как на сервисе Canva рисует картиночки. Таргетированная реклама, пост по целевой аудитории, как ее спасти, где взять именно тех людей, которые заинтересуются вашими предложениями. На 100 курсов в соцсети. Кстати, я буду давать вам в последнем уроке ссылочки, где будет промокод на 100 курсов, можно будет купить. Там еще рекламный бюджет мне напрямую Евгений Павленко дал именно для учеников моей средней интернет-школы скидку. Там можно давать рекламу бесплатно, а можно покупать рекламный бюджет рекламными деньгами. И, соответственно, стоит там, предположим, 5 пакет 1000 рублей, там 1000 рублей. У меня будет скидка, например, за 1500, можно будет взять пакет, который стоит 5000 рублей. То есть громадные скидки для вас. Обзорный урок по соцсети 100 курсов. Тоже на ней можно привлекать трафик и также себя нормально продвигать среди сферы заработка в интернет и так далее. Продвижение через YouTube. Прямо видео с рекомендацией книги, то есть как бы видеообзор. Я вам показывал, что у нее искусство видеообзором, а также у нее есть вот продвижение на YouTube через видео. Тоже очень хорошо работает. Через полезный контент, как можно продвигаться. Пример поста с рекламой, с рекомендацией книги, как вам посты правильно писать и статью правильно писать на блоге, либо в соцсетях. И итоги реалити-тренинга. Очень сильно, вот секретные партнерские ловушки. Это от Евгения Вернса, если я не ошибаюсь, тоже у него интересные там момент, он говорит, то есть мощнейший курс по трафику, и именно человек показывает, как он сам делает, именно по шагам вы сами сможете проходить. Я очень рад, это мне облегчило этот продукт данный, вы то есть сможете здесь зайти в тренинги, найти вот эту вороночку, которую сейчас просматриваете, она тоже дополнительно появится, я ее дозаписываю, соответственно, сразу
настроить доступ в клуб, настроить здесь воронку приглашения в клуб и сразу идти настраивать мою вороночку и потом переходить на партнерки Виктории Карповой на курсы и посмотреть, как первый трафик вам привлечь. Конечно, я в последнем уроке здесь добавлю от себя материалы, полезные инструкции, но это реалити, оно просто реально бомбовое. Мне оно очень понравилось, и мне редко нравится подача материала. Здесь она мне понравилась. Просто, доступно, легко и понятно. Поэтому очень рекомендую. Ну а на этом данный кусочек видео заканчиваю. Продолжайте смотреть наш курс. И поэтому под этим видео есть кнопочка «Хочу в клуб». Нажимаете. Очень рекомендую. Присоединяйтесь в клуб. И здесь вы сбоку найдете мою вороночку, которую сейчас смотрите. Можете скачать и настраивать. Сперва настраиваете доступ в клуб. Смотрите страничку приглашения. Потом будет моя воронка. 7 простых шагов. Ее возьмете и тоже настроите ее. Жду вас в клубе. Всегда можете рассчитывать на мою поддержку и помощь. По своим возможностям, по своему свободному времени я буду всем максимально помогать, проводить вебинары и подключайте еще один источник дохода, который я вам сейчас показал. На этом все. Встретимся в следующем уроке. С вами был Остап Бондаренко. До встречи.